Здравствуйте. Сегодня будем готовить холодец из головы кабана. Для этого нам понадобится, соответственно, голова, одна луковица и одна морковка. Сейчас мы наберем воды и замочим голову в чугуне. Одной рукой не совсем удобно сюда делать, но будем пытаться. Замочиваем мясо на час-полтора, периодически меняем воду, чтобы вышла кровь. Мясо у нас вымочилось, то есть вот у нас луковица, морковка, все местное. К сожалению, маленькая, потому что внизу щебень не дает ей расти. Сейчас мы сюда зальем водой и будем готовить в русской печи. Наливаем воды, можно чуть больше, как бы, но просто потом будет чересчур жидкий. Так оно уварится и будет нормально. Вот, буквально там, я не знаю, там. Вот видите, сколько до краев чугунка. И на этот объем мы кладем 1 столовую ложку соли. Размешиваем. Так, дальше. Что мы кладем сюда? Сюда мы кладем, соответственно, перец и лавровый лист. Сейчас мы это все достанем. Вот лаврушку кинули. И теперь буквально 5-6 горошин черного перца. Вот у нас такой горошек. Все. Значит, все это у нас готово. Теперь мы должны запустить печку. Ставим котел на плиту, чтобы он немножко прогрелся. Через 6-8 часов достаем котел из печки, достаем мясо и аккуратненько раскладываем по тарелкам. Сверху слегка присыпем перцем и потом мелко нарубим чеснок и тоже сверху посыпем. Затем все заливаем бульоном и перемешиваем. То же самое делаем со второй тарелкой. Аккуратно наливаем бульон, чтобы не попал лук. Можно все наливать еще через дуршлаг, такой более удобный. Через сутки мы достаем это все из холодильника, либо из холодного места, и подаем на стол. Лучше всего с горячей картошкой. Будет очень и очень вкусно. Всем приятного аппетита!